Добро пожаловать на Snoring Cat Play. Сегодня я и Злоктор будем играть в GTA. Начнем с самого важного, с твоего приветственного слова. Здравствуйте. Заходим в магазин, там в магазине у них есть некие скидки на некий автомобиль, который на самом деле я достаточно давно хотел прикупить, но все никак скидок на него не было. И вот сейчас, по случайному стечению обстоятельств, ты вдруг решил скачать GTA, и я подумал, блин, а я ведь тоже, наверное, могу вернуться. Вокруг одна вода, это не проблема. Спорткар Амфибия от Пегаси позволяет с невероятной скоростью вывести подальше в море все ваши проблемы. Лучшая терапия для души – это бесконечная синева Тихого океана и возможность дать торпедный залп по оказавшемуся рядом кораблю. Куда летим, шеф? Так, мы летим, собственно, недалеко, нам нужно будет добраться вот аж до сюда. Может быть, сделаем какую-нибудь фигню, какой-нибудь фиаско, братан, замутим. Если ты настаиваешь, я могу нас уронить. Не, не настаиваю, но я не думаю, что это тебя остановит. Я хочу забрать кэш. И посмотреть, что там у меня в бункере по товарам. Это так выглядит. Прикольно, я думал, игровой зал это типа казино. А это в прямом смысле игровой зал. В наипрямейшем, я бы даже сказал. Реальные игровые автоматы, прям вот. Блин, ну да, я согласен. Игра с годами все кривее и кривее выглядит. Вау, 16 косарей, между прочим. Кстати, вот эта мадам Назар, она есть в РДО. Я думаю, ты в курсе. Но она там реальная волшебница же есть. Интересно, через 10 лет РДО тоже кривая будет? А что с ней не так, на твой взгляд? Не знаю. Скучная она. Я не согласен, она очень медитативная. В принципе, зайти на полчасика, на часок прям отлично. Там контента нет. Есть, если его найти. В принципе, у меня все нормально в бункере, так что можно не переживать по этому поводу. Так, вот он, смотри, это не тот. Это тоже, короче, амфибия. Я ее купил, и на следующий день вышла вот эта версия, короче. Поэтому присаживайся, поехали. Мы сейчас метнемся в мастерскую. Посмотрим, что можно из нее вылепить. Слушай, у нее классное управление. Мне очень нравится. Ну да, с другой стороны, сюда контента за время существования онлайна могли навалить значительно больше, чем в РДО. Хотя на самом деле там... черт. Люди как раз таки, да, и сетуют на то, что нечего делать, и уходят из РДО вообще, в принципе. Угу. По крайней мере, он очень быстро заканчивается просто. В какой-то момент понимаешь, что ты, в общем-то, уже все сделал. Что хотел. Ну и чё, там, ну, такой же бизнес, как здесь, только деньги, которые ты там зарабатываешь, потратить тебе, в общем-то, некуда. Да и здесь, в принципе, некуда. Ну, здесь хоть тачки можно покупать, опять же, развивать бизнесы всякие. Просто по приколу. Но графика там, просто охуеть. Ну, графика-то да. Ох, отвлекся на карту. Видюху бы купить 3070. Почему не 3090? Дороговато? Угу. 3070 еще в теории можно потянуть, конечно, если... Но все равно она не должна столько стоить, это сумасшествие. Ну, понятное дело, но что делать? Заходить в мастерскую, например. Ну, на самом деле, да, меня, если честно, тоже уже очень сильно напрягают эти лесенки. Так, сразу 50 кусков на броню. Тормоза. Конечно, гоночные тормоза. Бамперы. Сейчас мы будем выбирать бамперы.
Хотя знаешь что, вот это все богохульство, мне кажется. Да, я так и думал. Так, пожалуй, я выберу... Походить зато могу. Можешь походить. А вот люлей этому механику дать не могу. Потому что это мой механик, не трогай моего механика. Ну а иди сюда, мне нужен... Стоит, курит. Нужен твой мнений. Я же не вижу, что происходит. А хотя вижу. Вот, смотри, вот, видишь, раскраска изменилась. Угу. Ну вообще, у меня вот этот вот камуфляж, он бесплатный, вот. Вот этот акулий. Ставь, значит, его. Так, ладно, пусть вот так вот выглядит по-тупому. Цвет обивки можно поменять. Господи помилуй. Смотри, какая у меня ебала есть. Ебала, вот это что ли? Вы не можете модифицировать этот транспорт здесь. А где мне ракеты тогда поставить? А, они уже стоят на нем. Понятно. Ну все. Маленькие затупы. Так, сейчас я командный пункт возвращаю на место. Сколько у тебя вообще денег есть? Это 1500, почти 600. Короче. Либо копим на большой склад, либо покупаем транспортный склад. Очень выгодная штука. За одну тачку можно до 100 кусков выигрывать. Смотри, мы можем либо поехать фармить, либо можем попробовать попроходить миссии механика. Это новое, свежее дополнение. Автомастерскую когда добавили, можем эти миссии, там, цепочку пройти какую-нибудь. Блин, ну тачка так уёбищно теперь выглядит, ты посмотри на это говно. Блядь! Сука! Я думал, как сейчас пизда-то будет, блядь. Ладно, твоя очередь, крути. Тоже чуть-чуть подожди, прежде чем нажимать S. Вот еще бы буквально одну сотую, триллиардную секунду, я бы выиграл машину. Я ебал. Сразу на S не нажимай. Сейчас, подожди чуть-чуть. Выжди, немножечко, чуть-чуть. В принципе, я думаю, можно крутить уже. Блять, одна сотая тысячная секунды бы. Типа 200 штук получено. Ну, я надеюсь, тебе столько же заплатят. Вот, я не уверен, но надеюсь. Блин, мне вот это не нравится, когда игра заставляет тебя на чем-то конкретном ехать. Через всю ебаную карту. Я понимаю, там какие-то условности, вся хуйня и так далее. Но у меня есть вертолет, у меня есть опрессор, у меня миллиард других вариантов есть. Сука. Навстречку. Я забыл, что у нас еще и оружие все забрали. Да ладно. Угу. А как? Ну, тогда? Ну типа необходимый минимум. А, ну что-то есть, чем-то стрелять можно. Что-то надо водилу убить. А, просочусь. О, почти догнал. Так, а ну-ка, сука, тормози свою тарантайку, блять. За тобой летит вертолет. Сука, не тормози. Да я в курсе, за мной много кто и летит, и едет, и стреляет. Эту хуйню надо выгнать. Да. Как-то геймпаде разбросали все кнопки, как попало. Ты же не должен получать удовольствие от игры. Точно. Как бы смерть, сука, грузовик. Ну да, он таким и должен быть, по идее.
Ни машина с пулеметом, ни оружие. Он остановился. Почему? Стоять! Дед, просто ёбаное говно. У меня патроны закончились. А почему? Граната в руках взорвалась. Чё ты хочешь сказать? Мне теперь пешком за вами бежать? Тачку угоняй. Сука, блядь, что ж так не прёт-то сегодня? Прям больно. Обычно я как ультрапрофессионал прохожу эти сраные миссии. Ай, заебал. Давно не играл? Да, очень давно. Вы все еще по трассе едете? Уже сворачиваем немножечко. Немножко свернули вниз. Чуть совсем. Да, сука, что такое, блядь? Стоять, блядь. Я пытаюсь столкнуть с дороги. Нахуй сошел с трассы, уебок. Вы налево повернули? Мы вниз срулились вообще. Что налево? А мы проебем, походу, эту, сука, вонючую миссию. Что это было только что, блядь? Все фиаско мира, какие могут произойти, вот все происходит. Можешь ко мне пересесть здесь за пулемет. Ты посмотри, как я, блядь, пытаюсь его затормозить. Я прям под него заехал. Стой, уебище, блядь. Стоять, нахуй, я тут, блядь. Пиздец. Так, вроде остановили. Так, сейчас я за пулемет сяду. Строим переворот, блядь, жопу. Что происходит? Какого хуя происходит, блядь? Почему я выпал из машины, блядь? Что за хуйня, блядь? Блядь. Сука, просто унижены, блядь. Буквально, понимаешь? Давай по новой. Почему у нас нет ни бомб липучек, ни взрыв пакетов? Потому что я уёбищный боекомплект выбрал. Да, мы же быстрый перезапуск, да, нажали? Угу. Значит, хуй нам, а не нормальный боекомплект. Да, поехали. Быстро, быстро. Садись, чтоб мы быстро... Давай, быстро. Садись ко мне, быстрее, 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 быстрее. Сука! Как это, блядь? Блядь, это нереально. Так. Куда она делась, блядь? Домой. Сейчас, я хочу попробовать заказать что-нибудь человеческое. То, на чем мы точно справимся. Нифига себе, грузовичок. Очканул, уехал. Не могу заказать, прикинь. На миссии же нельзя заказывать. Окей, I got stuff to do. Ну я проверил хотя бы. Он вот здесь. Ну, недалеко достаточно. Ну, короче, пиздим тачку с пулеметом. Да, 100%. И вертолет надо. Ну я сразу могу за пулемет сесть, или ты за пулемет, кто-нибудь за пулемет сядет, кто успеет. Дрифт. Если бы у меня прежний стаж был бы, я бы сел за руль, потому что я, в общем-то, очень неплохо в какой-то момент научился водить, но не сегодня. Сегодня же я сел записывать летсплей. Это значит что?
Значит, случится вся хуйня, которая... Да, но с другой стороны должен быть контент. Если бы мы такие, типа, йоу, чуваки, идеально прошли бы эту миссию, ну... Нам бы не поверили. Рано или поздно мы его догоним. Что-то расстояние не сокращается. Сокращается, сокращается. Это просто я метку переставляю немножко. Я вижу вертолет. Оп, оп, вертолет. Это вертолет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пизда нам, мы на небронированной машине едем. Вот он, вот он, пулемет. О, народ посыпался, смотри. Так, они без пулеметчиков. Вон там была с пулеметом. Какая-то? Нету там. Вон сзади же пулемет. Нет? Да? Не, нету. А давай. Какого хуя? Где пулемет? Уезжаем, блядь? Уезжаем, 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 уезжаем отсюда. Сейчас я этого урода убью и поехал. Да я убил его уже. Во, походу следующий с пулеметом сейчас будет. Вон там я вижу на карте. Это он, не он. Не, прикинь, без пулемета. Хуя ты издалека в него попал. Машина просто. Ну, я чуть-чуть умею стрелять. Хотя, скорее, это везение. Чем удача, да? Ждем грузовичок с пулеметом, судя по всему. Машинам стрелять бесполезно, да? Да. Да и наши пули ему что? Ты давай постарайся держаться перед ним, я попробую его подрывать, что ли. Не попадаю, ну я даже не попадаю в него, но не попадаю в него. Ты делал, его попадаешь, а он все равно не дохнет. Вот, сильно далеко не уезжай, да, вот на этом держись расстоянии. Неплохо, нормально. Где пулемет? Алло. А чё ни одна моя граната не взорвалась? Сейчас мы все проебем опять. О, съебывает, съебывает. План Б. Я их пол. Да, давай, 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 давай. То хоть у тебя получится. Уехал все равно, пидорас. Пиздец. Другую тачку берем. Какую-нибудь. Ладно, не берем. Ничего, он вот едет. Ехай, догоняй. О, бля, вот на этом я его точно тормозну. Я в ахуе. Поехали. Ехали, блядь. Устроим ему переворот жопы. Жестокий звериный оскал, блядь. Покажи ему всю ярость, Приус. Давай. Покажи ему, показать всю ярость Приуса? Да, я ему говорю, Ярус, покажи Приуса. Ну, ты на меня-то не высадил. Он сам въебался куда-то, блядь. Так, блядь, а как туда объехать-то? А вот. Это наш шанс. У тебя гранаты остались? Нихуя не осталось. Блядь, сейчас бы мы его закидали гранатами, было бы заебись. Потому что он так, блядь, пиздато застрял. Просто охуенно. Так, блядь. А туда все равно сесть нельзя, да?
Да, блять, и хули делать? Взрываем. Он же неубиваемый, блять. Стреляем по машинам. Ай. Машины взрывать? Да, только аккуратно, под вертолет не бросайся. Так, я вертолет. Блять, очень меткий. Пиздец, тут мы устроили ему. Красавчик. Бля, чё не взрывается эта ебала? Блядь, там уже копы едут. О, он горит, прикинь. Заебись. Ага, надо зайти внутрь, судя по всему. Так, я... Чё это, блядь, было? Я зашел внутрь. Я загружаю вирус. Вирус загружен, судя по всему. Надо подхилиться. А, блядь! О, тачка с пулеметом. Надо аккуратно, сейчас нас отпиздят. Я взял тачку одну какую-то. Давай, давай, давай. Тоха, держись, крепись. Я их отвлекаю, а, забирай ворот. Тачку. Держу, что ли? Да, блять, возьми, сука, ну что ты? Сука, бери тачку ебаную. Что происходит? Не хочет ни в какую? Не хочет, блядь. Блять, смертники нахуй. Сейчас, блядь, я ебал, нахуй. Что за хуйня? Садись. Кому? Ладно, возьму обычную. Поехали, короче, в пизду. Пидоров, заебался я. Кто за хуйня, блядь? Когда успели испоганить нахуй всю игру? Всегда. Так, блять, надо съебнуть. Ай, ай, сука! Последнее издыхание. Мы сможем. Поехали! О, ебать. Чё, блядь? Чё нахуй? Сразу так, блядь. Очень поломанная миссия. Граната пошла, отходи. Я внутрь. А, ты. Садись, шеф, поехали. Поехали, поехали. Оп, блядь. Оп, мизантроп. Направо надо было. Да, все четко. Я охуительно веду. Да, не поспоришь, идеально. Почти с первой попытки прошли. Ну, хорошо, хоть не заставило после смерти сначала перепроходить. Всю игру, прикинь, прокачиваться, вот это все. Сдох, все, как в жизни нового персонажа, прикинь. Это был бы пиздец. Смотрел бы на днях первому игроку приготовиться. Смотрел или пересматривал? Смотрел. Красиво, но тупо. Да, и главный герой чмошник. Ну, как обычно, в принципе.
Hell yeah. That motherfucker paying out right now. Засранец уже переводит нам бабло. Неплохо. 166 тысяч я получил. Ты? 50. 50? 50. Какое говно тогда эти миссии? Да. Я-то думал, ты нормально получишь бабок. Вот, такая серия сегодня получилась. Мы вроде бы даже неплохо справились. Было достаточно весело и интересно, развлекательно. Вы не забывайте, что можно оформить кнопочку подписки, потому что мы приближаемся к 1000 подписчиков, и это замечательно. Мы получаем награду. И 75 тысяч за что-то я только что получил. Ты получил 75 тысяч? Нет. Проверь свой счет, мне только что 75 кусков заплатили за то, что я, видимо, выполнил эту миссию, не знаю. Ничего не заплатили. Так, напоминаю, что вы можете подписаться обязательно, поставить лайк 100%, написать какой-то комментарий, мы можем поговорить об этой игре, вы скажете, что думаете, я отвечу вам, что я думаю. И, естественно, мы увидимся, когда увидимся на Snorin Get Play.